Всем привет! В этом видео мы научимся делать криптовалютные вклады на примере биржи Bybit. Это такие же вклады, как в банке, только вы вкладываете не рубли, там, доллары и прочую валюту, а какие-то криптовалюты, например, USDT, там, биткоин, что-нибудь еще. И за это получаете также проценты годовых, которые начисляются на ваш аккаунт. Например, вы ждете биткоин по 20 тысяч долларов и активно накапливаете USDT. Эти деньги у вас просто лежат. А с помощью накоплений вы можете внести их во вклад, и пока вы ждете этот биткоин по 20 тысяч в течение года, например, у вас бы эти USDT работали и приносили неплохой процент годовых. И когда биткоин настал бы 20 тысяч долларов, вы бы на эти деньги купили больше биткоинов, потому что все это время ваша криптовалюта приносила вам доход. Об этом и будет видео. Перед началом видео зову всех подписаться на телеграм-канал, здесь обсуждаем высокодоходные монеты и любые новости о майнинге. Новейшее майнинг-оборудование покупаю у крупнейшего поставщика в СНГ майнинг-центр, здесь в закрепленном комментарии сможете найти актуальный прайс-лист. Имеются очень выгодные позиции как под заказ, так и в наличии в России. Обязательно ознакомьтесь. Еще у них есть свой телеграм-чат по оборудованию. Здесь большое количество участников, с которыми можно обсудить плюсы и минусы того или иного оборудования. Помимо этого, у них есть свой сайт и свой YouTube-канал, где вы сможете ознакомиться с оборудованием в видеоформате. При заказе оборудования вы можете указать, что узнали о поставщике Mining Center через канал USM Fox и получить скидку. Все ссылки оставлю в описании, обязательно присоединяйтесь, очень много интересных новостей и акций. Для того, чтобы перейти в Bybit накопление, необходимо перейти на вкладку «Банкинг» и здесь перейти в Bybit накопление. И здесь вы и можете делать те самые криптовалютные вклады, которые чем-то похожи на банковские. Регистрируйтесь по моей партнерской ссылке в описании к видео, и вы получите различные партнерские бонусы, а также в будущем бонусы лично от меня. По партнерским бонусам вы получите эксклюзивные предложения, которые вы здесь видите. Например, можно будет положить USDT под 100%. Правда, это на один день, но один день на 100% годовых – это то же самое, что 10 дней на 10% годовых. В принципе, вы таким образом вы экономите 10 дней стейкинга. Также есть предложения и под другие монеты. Еще есть интересная функция активации автоматического инвестирования. Тем самым ваши активы будут автоматически инвестироваться из списка, который вы выберете. Нажимаем «Активировать». Я прочитал условия. И здесь вы можете указывать, какие именно монеты будут уходить в автоматическое накопление. Например, у вас копится биткоин на бирже, вы не хотите его постоянно вводить вклады, и тем самым он будет сам это автоматически делать. Здесь вы можете нажать на кнопочку «Отключить». В таком случае биткоин не будет автоматически инвестироваться. Таким образом, вы можете выбрать нужный вам монет. Но не у всех монет здесь выгодный процент. Поэтому я и больше говорю в этом видео про USDT. Там процент хороший. Хотя и до биткоина и эфира процент, в принципе, неплохой, потому что, например, в эфире вам не нужно будет набирать большое количество эфиров для того, чтобы получить статус валидатора. Здесь вам дают это сделать с небольшой суммой. Для того, чтобы монеты автоматически инвестировались, вам нужно будет перевести их на аккаунт финансирования. И тогда они будут автоматически инвестироваться в гибких накоплениях каждый раз в 13 часов по МСК. Вот, например, у меня есть баланс на спотовом аккаунте, я хочу перевести деньги на аккаунт финансирования. Здесь нажимаю «Перевести», например, монета DOT, «Все», и они переместятся со спотового аккаунта на аккаунт финансирования и будут автоматически реинвестироваться. Листаем пониже. И здесь вы можете увидеть те активы, которые доступны для вклада. Можно отсортировать по процентам годовых. Например, самое выгодное будет для новых пользователей 100% годовых в монете USDT на один день, как я уже говорил ранее. Еще здесь есть полезная галочка «Мои активы». Таким образом, вы получите список тех активов, которые у вас уже есть на кошельке, и уже сможете инвестировать их, если вы не хотите искать их в поиске. Например, я хочу положить во вклад USDT. Нажимаю. Для новых пользователей доступно 100% годовых, как я уже говорил. Хоть это и на один день, это то же самое, то, что вы кладете под 9%, да, ну почти под 10%, на 10 дней. Иными словами, хоть и кажется, что один день это мало, но вы экономите 10 дней обычного вклада. Поскольку я не новый пользователь, не смогу воспользоваться этой функцией, но смогу воспользоваться функцией почти под 10% положить USDT. Что интересно, что такой процент достигается, если у вас сумма вклада меньше 500 USDT. А если больше 500 USDT, то процент уже будет 4,75. Поэтому вкладывать сумму до 500 USDT, как раз вот если у вас небольшой капитал, вполне выгодно, почти 10% годовых в долларе. Таких вкладов в обычных банках нигде нету. Нажимаю «Открыть стейкинг». Еще хочется отметить то, что срок бывает гибкий и фиксированный.
Например, фиксированный срок вы не можете забирать деньги в течение оговоренного времени, а гибкий вы можете забрать деньги в любой момент, вывести их из стейкинга. Нажимаю «Открыть стейкинг». Учитывается только монета на аккаунте финансирования, поэтому если у вас находятся деньги на спотовом счете, нужно будет сначала перекинуть их на аккаунт финансирования, потом они станут доступны здесь. И здесь вы можете выбирать количество USDT, которое хотите заинвестировать. Сейчас выбран аккаунт финансирования. Если у вас деньги на спотовом аккаунте, и вы их не перекинули на аккаунт финансирования, то можете перекинуть, чтобы они здесь отобразились, а можете здесь выбрать вот спотовый аккаунт. У меня доступно 200 USDT на аккаунте финансирования. Например, я хочу положить 100 USDT на вклад. В таком случае тут загорается зеленая галочка, то что у меня будет процент годовых почти 10%. 5% плюс 4,75. Также тут есть галочка «Автоматические накопления». Как я уже говорил ранее, если вы ее включите, то в таком случае все USDT, которые будут попадать на аккаунт финансирования, будут автоматически инвестироваться в данный вклад. Но здесь есть некая опасность, то что вы попадете вот во вторую линию, там где больше 500 USDT, и в таком случае ваш процент будет 4,75, что не очень выгодно. Вот и все. Нажимаю «Я согласен». «Открыть стейкинг». Доходность начисляется каждый час и автоматически начисляется на ваш аккаунт каждый день в 3 часа 30 минут по Москве. Нажимаю «Сумма холда». И здесь я могу посмотреть, сколько у меня денег заложено и какая у меня доходность. В это меню также можно попасть через личный кабинет на вашем аккаунте Bybit. И здесь вот нужно будет «Earn» выбрать. И в таком случае вы сможете здесь посмотреть. Только что я показал, как можно заинвестировать ваши USDT под хороший процент. Если хотите инвестировать в другие криптовалюты, то можете это делать совершенно аналогичным образом, выбрав в этом меню другую монету. Вот есть различные варианты. Вот прошло совсем немного времени, и на вкладке Earn, где инвестиционные продукты в личном кабинете, вот здесь вот в левой панели, вот наши 100 USDT, и уже капает тихонечко доходность. И если вам надоело всем этим заниматься, то можете нажать вот сюда «Действие забрать», и указать, на какой аккаунт это все улетит. Вот, например, на аккаунт финансирования или спотовый аккаунт. Потом нажимаете «Подтвердить», и тем самым ваш вклад закроется. Время получения мгновенно. На этом у меня все. В этом видео мы с вами рассмотрели, как можно делать криптовалютные вклады на бирже Bybit и тем самым приумножать свой бюджет, чтобы деньги просто так не лежали. Всем спасибо за просмотр.